Ну что ж, всем привет, мы продолжаем проходить Uncharted на сей жаркой ноте. И куда, блин? А, просто... Стой, что с оружием? Алло. Ну что, все попадало, что ли? Что делать? Где мой... Окей, брат. Я думал, я не допрыгну. Жесть. Давай, я прикрою. Иду. Окей. Я на всякий случай осмотрелся. Ух ты, жесть. А, падаю. В какую сторону? Ё-мо. Ёшкин, слезть. Да ты хочешь слезть, надо залезть. Отлично. Нифига не отлично, конечно. О, офигенно. Теперь у нас есть пушка. О, откуда? Спасибо, ёшкин. Так, у этого патроны. А ну, по дефолту, конечно. О! Жесть! Поднимаемся и валим. Сюда? Ладно. Я пока что попрыгаю. Фух. Спасибо за руку помощи. Ух ты, вы прямо здесь, братки. Сэм, я в рукопашку. Так. Ну, давай, Сэм, ты с ними сам справишься. Ладно, шучу, конечно. Для чего я сюда зашел? Ух ты. Ну-ка. Блин, я не... Я разучился драться. Давай с этой стороны. Хочу прогибаться, у нас здоровье, огонь. Мы прямо разворошили осиное гнездо. Разворошили, пнули и подожгли. Он с языка, блин, снял. Брат, ты сокровища не видишь? Пошутил, конечно. Да хорош, блин. Комната освещается фонариком, а не пулями. Это вам не Tomb Raider 2. Ну, я думал, что он должен как-то покрепче. Пресс и все такое. Пули непробиваемый. Так, надо на ком-то... Блин, мой без револьвера, который я нашел. Я хотел его испытать. Пригнись-то. Я! Да еще. Ух ты! Да я не хотел его. Но хотя у нас альтернативы все равно нет, либо пистолет, либо это. Так что нормально. Сейчас побольше патронов наберем. Максимум. Максимум. 60. И где фонарь, блин? Фонаря нет больше, да? Понял. Ничего здесь нет. На какую кнопку он нажимался? Динамит. А на чем был? На Джей? Так, сейчас мы у него заберем эту штуку. Бочка X. О,
О, прыгнись. Да прыгнись ты. Хочу. Салли. Что у вас там? Долгая история. Если кратко, выбираемся отсюда к черту. Это я понял. Ладно, это держитесь. Я скоро буду. Как пользоваться фонариком? Что значит пару недель не заходил? Фух, я думал, вода. Почему я подумал, что вода? Чё, здесь никого нет? Чё, никто не встречает? О! Ой-ой-ой, сюда! Ну или сиди. Там динамит нужен. Не иначе. Фух. Сейчас сперва этих. Сейчас мы его... А, отсюда. Не пройдем. А вот отсюда. Отсюда. Ух. Не-не-не, вниз, вниз. Вниз. Это кто? Ну, кроме... Вот он. А, не по... Нет. Динамит не понадобился нам, кстати. Если меня отсюда динамитом не снимет, кто медленно поворачивается. Но эффектно. Все отлично. Тут, наверное, столько сокровищ. Можно не пропускать. Блин. Ладно, пошли, через время терять что-то буду. Стой, что это было? Ничего не блестит. Не, ничего не блестит. Так, пули. Патроны. А где? Все, что ли? Оба он взял одновременно? Отлично, молодец. Черт, Сэм, снайпер! Укрытие! Где снайпер-то? Как ты заметил снайпера? Ух ты! Как плечо сменялось? Z, X, C, V. Слушай, плечо он не меняет. Не знаю, какая-то кнопка должна быть. Жесть. Все, или ты еще одного подметил? Честно, я перезаряжался. Вне игры, вне игры. Жестко. Бля, отсюда хедшота я не сделаю. О! Так, меня отсюда не достанут. Еще как достанут. Фига себе. Ох ты, стою. Бам. Ой-ё. О, отлично. Ух ты. Ух ты, попало сильно. Прикольно, что не обязательно в голову можно целиться, но хедшот прикольнее все-таки.
Все, давай заменим на ИК снова. Отсюда. Ух ты. Сразу на леса, прикольно, интересно. Ладно, наверное, спускаться уже не стал бы, но... Так, тут никого. Ой. Нет. Фух. Мою ныкалку скинули. Так, хватит гранатами. Так, я отсиживаться. Ты его сам, да? Молодец. Слушай, Нейт, здесь негде приземлиться. Можешь спуститься к воде? Да, сажай самолет. Я как-нибудь доберусь до тебя. Еще не знаю, если я что-то здесь оставил, но неохота здесь бегать, прыгать дальше. Так, как-то туда надо. Может быть. Для какого-нибудь сокровища еще, может, и можно куда-то туда запрыгнуть. Но я, наверное, уже пойду к Салливану. Так, ну все, ну теперь. Ага. Нет, еще говорит. Вообще-то да. А, да? Кто где? Подожди, подожди, подожди. Это... А! Блин, неудобно. А! Все, нет. Так, я думал, я камни разрушу. Ладно. Зря это, наверное, сделал. Но она же не просто так, там, снайперка. И мне пистолетом удобнее. Пистолетом. Ух ты. Так, я... Йо-йо-йо-йо-йо. Ух. Блин, вот не вовремя, а? Они здесь должны были стоять. Ну что-то пошло не так, а давай все, я вниз, короче. Чего мне время тратить на них? Рано. Фух. Бедная задница. Только на этих придется время потратить. Фух, гранаты где? Че отлично-то? Че ты в этом хорошо увидишь? Фьюх. Ой-ой-ой. Йо. Уходи оттуда. Давай сюда. Ах ты! Ай-яй-яй! Так, я отбегу, пожалуй. Че там стою-то? Блин, неудобно. Тут бочки. Все, да, отлично. Они стреляют в самолет! Живитесь, пока меня не подавили!
Так. Да. Да ё. Всё. Блин. И ничего не откомментируешь, ё. Что? Как я это сделаю? Где ты? Вы. Эпичная перестрелка. С повисшим Дрейком. Фух. Получилось. А можно было, конечно, сразу в воду. Бодрит. Выбрались, да? Они подстрелили мой самолет, Найт. Мы целы, спасибо. Сколько лететь до Мадагаскара? Так сокровища нет. Пока нет. Да что за нытье, не понимаю. Мы богаты. Ну-ну. Ладно, хоть что-то. Остальное, значит, на Мадагаскаре. Там была комната с огромной картой Мадагаскара на полу, так что... Да. Записал? Это все больше напоминает мне охоту за привидениями. Сокровища в Шотландии никогда не было. Зачем тогда все это, а? Вся эта затея с крестами. Да говорю же я. Эвери так вербовал себе людей. Крест был приглашением, а пещеры, ну, чем-то вроде инициации. А, то есть мы прошли, да? Поздравляю. Мы заслужили попугая и повязку на глаз. Не понимаю, зачем столько усилий, чтобы просто набрать себе команду? Чтобы защититься. За его голову была назначена самая большая награда. Он брал только тех, кому мог доверить свою жизнь и тайну общих сокровищ. Каких общих сокровищ? А ты... ты подумай. Томас Дью сам по себе был успешный пират. Тогда с чего вдруг он захотел примкнуть к Эвери? А Эвери наверняка отправлял кресты только богатым пиратам своего уровня. А что, если они вместе устроили общую казну? Получилось бы много больше, чем груз Ганга Савая. Именно. Охренеть. Ладно, и куда там нам надо, на Мадагаскаре? Поточнее. В Кингс-Бэй. Там во времена Эвери было пиратское гнездо. Я знаю Кингс-Бэй. Большой город. Нельзя ли поконкретнее? Ну, та карта на полу совсем обвалилась, так что нет. Чего развеселился? Люди, которые проходили пещеры. Наемники. Что оставалось у них в руках? Тут вулкан. Вулкан есть недалеко от Кингсбэя. Значит, туда-то нам и надо. А спонсор сегодняшнего прохождения — Sony. Нейт! Привет! Привет! О, Господи, до тебя не дозвонишься. Ты живой, Дан? Ну да. Ну, плюс-минус. Ну как же, у вас же там наводнение. Все-таки не лучшая была идея лететь в Малайзию в сезон дождей. Ну да, ну да. Короче, да, застряли мы тут из-за этого. Потеряли часть наряги, но целы, не волнуйся. Вы только осторожнее там. Работу завтра начинаете? Бедная Елена. Нет, придется отложить. Мы тут еще, наверное, дней 10 проторчим. Ого, 10. Так может, я тогда куплю билет и к вам прилечу? Не-не-не, не надо. Может, не 10. Эти ребята всегда промахиваются со сроком. Наверняка раньше вернусь.
Ну ладно. Да, ты, она... В общем, не торопись, береги себя. Она все поняла. Да. Стараюсь. Извини, надо бежать. Меня тут Джеймсон зовет. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Вот красиво как. Что там по спутникам, Виктор? Да что-то вообще по нулям. Нет сигнала. А знаете, что не зависит от сигнала? Бумага. Если не промокает. Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Хотя немного потрясет. Ну тогда поехали. Ладно. Ага. А что конкретно мы здесь ищем? Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые башни. Прямо башни? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровища? Хочется верить. Ну что ж, наконец-то настала 10 глава, название которой я так и не посмотрел. Мы в красивом месте и... Извиняюсь, что опять разделил серии, но просто неохота делать прям вот длинные серии, а вот охота, конечно, проходить по главам, но не всегда так получается. Спасибо тебе большое за просмотр, продолжим уже в следующий раз. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.